Вот такие в нашей местности в лесах используют вышки для охоты, для загонной. На ней стоит охотник. Вот она какая. Вот таким образом в нее залазит. Опа. Раз, два, три. Залазит вот так. И стоит. Ждет дичь. И вот эта линия. То есть вот туда. Туда. Вот оттуда идет зверь. Вот такая вот конструкция.